кто-то едет. Вот серьезный внедорожник, звезда нашего канала. Ёханый бабай, хоть бы не утонуть тут. Тихо-тихо, бородач тут. Это новый маршрут, пацаны ищут. По другому краю. Так, там, наверное, Макс. Макс, наверное, застрял. Судя по всему. Куда-то мы туда едем. Вся банда вон чинят УАЗ. Что там? А тапочки? Ни хрена себе! Это всю неделю делали. Так это и Валера может у вас в тапочках ездить теперь. Там что-то, блин, происходит. В общем, такой опять недоофроуд. Полуофроуд. В общем, очканули и развернулись. Неожиданный поворот. Где стали на дороге? Да-да, покажешь там дальше. Хоть назад давай по правильному маршруту, то все объехали. Поедем назад хоть по правильному. Там же прямо дорога была. По кустам неправильно проехали. Нормально едет. Нормально. Так, остался у вас, не заводится который. Что, ты набрал воды? Нет. Нет? Бородач поехал за УАЗом. А Ниву не сняли. Я забыл, что там она. Собаковод. Собаковод Крис. Красивенькая. Ну ты, волки. Егор маленький был, года 2 или 3. Не, года 3, наверное. Выходит с подъезда, 2 хаски ведут, такие здоровые. Мама, волки! Ничего, там уливок засадим и всю ночь будем его доставать. Думаешь? Вперед не тащи. Что-то там происходит, бородач. Объехать у вас не получается. Не объехал. Да, места хорошие. Так, и что там за план? Бородачу не просто.
так жестко. Что это она сделала, а? Вот такой богатый тюнинг сегодня. Ты тюнинг, знаешь, ну как бы... Вообще шикарно. Пластик вытащила, а что ты сделал там в ней, что у тебя в сапогах вода какая-то желтая, вонючая? Макс, порни? Не, он там стоит, он говорит, он подождет там. А ну давай вот это, знаешь, кому синюю изоленту? Жопой туда-сюда. Рус, тебе запчасти надо? Подожди, подожди. Скоро вызвите сразу, чтобы долго не мучился. Сейчас упадет и яйца на трос оденет. Слышишь, Валера? У нас богато. Не, Пасха ж прошла уже. Не доверяю. Не, давай в стороны. Усложняем, сразу, сразу видно, кто играл в резинке в детстве. Будет вопрос. После школы с телочками. Сашка. Сашка, Валера, жопа, чего? Я знаю, что друзья никогда не по это, не подъедут. Он постарел, он уже не может. А не может уже? То на березе он когда-то висел там. Ну да, а сейчас уже все. Помнишь, на гольф? Чего, я с дуба упал два раза? Ну это ты в детстве упал, когда... Не-не, пару недель назад, здесь недалеко. Что, ты не смотрел видео? Что мы делаем? А, я видел, ты выпал где-то с Унимога, это я видел. Мы пока никто не знает. В группу заходи, у нас группа, чтобы смотреть, там видео выкладывают иногда. Да, серьезно? Да, в группу заходи. Готов? Да. Снял? Да. Ты сейчас на спину упадешь. Так, какой-то звук, похоже, Макс едет, судя по звуку. Все, объехали. Короче, вообще. А вот и Макс. Приехал. Хорошо, что я чуть раньше поехал. Это ж общественный транспорт. Привет. Общественный транспорт. Слышишь? Короче, очканули, развернулись и все. Вот там. Как обычно. Да, да, как обычно. Поехали вдвоем. Поехали. Вас завели, все нормально. Так, все, я направил на правильный маршрут. Все, пацаны, гоплык вам. Лень, бородач осмелел нереально. Правильный маршрут здесь был. Вот следы наши, видите? Где мы ехали. А вот дорога, вот дорога. Что, не чувствует силы? Бухал два дня или что? Очковал. Ой, Миша, меня забери, Миша, стой! Миша, вернись! Миша, вернись! Очканули, все, объехали, короче, по кустам каким-то. Это жесть вообще. Да тут на УАЗике вообще тоже доктор прописал. Олеж, я машину нашел! Нормально, Крис, да. Не, он еще едет. Ну вот там нормально едет. Нива, патрол. Да, выехал назад патрол. Ну, Макс проехал по правильному маршруту. Он. Макс поехал по другому. Не, мы ехали. Вот правильно. Не, это ж накатанный только шо. Вот маршрут прямо был. Вот. Мы сейчас ехали сюда, мы на Макс ехали. Ну вон правильный маршрут. Видишь, где он вернулся, вон правильно. А это для Очкунова маршрут. Вот тут сейчас яма будет, вот тут тебя, слышишь? Да. Вот на Макс ее попал, слышишь? Взял ее? Макс взял, да, мы, правда, мы так очковали, слышишь, боком ехали. Патрол идет красиво. Да, тут хорошо.
стой, стой, 80, это, 105-ка есть. Миш, постой! Он тебя не слышит. Чишик! Чишик, ныряй! Вова, не махай руками. А ты заколебал, не махай, не стреляй. Не стой. Не дыши. Смотри, смотри, что делает. Ну, что-то он как-то так, не весело. На мост он сел. Чуть не проехал. На мост сел. И тебя снимают, видишь? Знаешь, что это самый дорогой автослесарь на Кадиллаке, вот идет с трассы. Это он типа помехи создает, а попробуй объедь или что? Газик едет вот так. Что, дорогой, встрял? А тебе не на Кадиллаке по асфальту, блин. Быстрей, быстрей! Да. О, что это за мажор в белых кроссовках? Мажор, блин, выходи! Я тебе фонарь тут помню, чтобы отдал. Друзья, ну посмотрите, комментарии сейчас работают. Подтянули. Так, Макс там, Макс. А ну, Вован, чуть-чуть плечо. Макс застрял. На крыло может было. Давай, на полу нормально. Вот так, смотри. На полу лучше. Мак застрял, скажите, Миша. Да не это, да, у Макса у меня есть лебедка. Он модный, вытащит. Да, такой оффроуд несуразный немножко. Да? Сумбурный. Напишите. Только что Андрюха позвонил, говорит, комменты не шли. Десяточка идет. Правый тоже нормально рысачит, да? Да, 37-е колеса. 286 лошадей. Блокировки все. У тебя фораннер тоже, смотри, чешет. Фораннер чешет. Плохо, что мы уехали, конечно. Макс застрял, Миша, Макс застрял. Пофиг, блин. Да, конечно, а? Такой оффроуд не очень. Тут творится. Это жизнь. Поехал, поехал, блядь. Мы хотели утопить 80-ку. В воде, конечно, плохие, это же факт. Там Макса снимают, сказали, Макс застрял. Ну, я кричал. Мазай говорит, что это самое, экшен там.
Вот это серьезно. Поедем в оффроуд или нет? Там прямо дорога. Поехали, там еще успеем посмотреть, там нормальный движ. Поехали? У вас тащим большое болото. Да нет, там нормально. А что за колеса? А хрен их знает. МТшки. Они вылезли. Мы только это, без этого, без фанатизма. Да? Блин, нашел нормальную машину. Мы без фанатизма. Не-не, там не глубоко. Ага, не глубоко, я понял. У тебя за лучше. Вот влево здесь. Вот тут влево надо. Вот тут влево. Поехали. Ой, не-не-не-не-не. Да не, поехали, прямо нам. Я понимаю вам прямо. Все время прямо. Я понимаю. Макс вернулся. Честно говоря, мне здесь очень сильно не хотелось заглубить. Да, честно. Да, потому что я смотрел вровень какой воды. Но... Ох, тут серьезные ребята, я вам скажу. Элька. Жесткие ребята. Жесткие ребята. Приезжайте. Сейчас опять будем. Да уже вот, не, этот не очкует. Это серьезный Дед Мороз. Да.